Доброго времени суток, продолжаем снимать обзоры на напитки и спортивное питание. И вновь у нас рубрика «Пельмени». Пельмени из говядины с зеленью, ручной лепки от бренда «Самокат». Упаковочки 500 грамм, приобретались они в «Самокате» за 329 рублей. А давайте посмотрим составчик, калорийность производителя и будем дегустировать. Итак, состав у нас входит фарш из говядины, лука, петрушки, укропа, соль, перец черный молотый. Тесто, значит, у нас состоит из мука пшеничного хлебопекарного высшего сорта, масла подсолнечного, соли, в общем-то и все. На 100 грамм продукта у нас 9 грамм белков, 8 грамм жиров, 29 грамм углеводов и 228 килокалорий. Изготовитель у нас пищевой комбинат Северный, город Санкт-Петербург, город Кронштадт, вот как-то вот так, специально для самоката. Ну что, окей, сколько их варить, давайте посмотрим. Варить их, тут написано, что нужно их еще разморозить 5-10 минут перед варкой и потом варить 5-7 минут. Ну окей. Вот так они выглядят, в такой стандартной форме по размеру, однако здесь есть такие вот, где ушки, такая форма. Ну посмотрим, давайте будем варить. И увидимся на дегустации. Погнали. Ну что, ребята, закинули. Мы ждем, когда всплывет. И будем засекать 5-7 минут. Увидимся на дегустации. Итак, ребята, достал. В общем-то, выглядит очень неплохо. Не разварились. Пахнет тоже приятно. Чуть-чуть покрупнее стали. Но это естественно. Сначала просто с перчиком попробую. Без соуса, безо всего. Без масла. Там посмотрим. Ну что, давайте пробовать. Погнали, приятного аппетита, кто употребляет вместе со мной. Пока непонятно. А теперь начинки не так много, как показалось изначально. Немного теста больше. Неплохо, знаете, ничего такого выдающегося. Ну, в принципе, неплохо. Как минимум могу сказать, что мясо не вонючее, хорошее. Это уже приятно. Сука, я перепробовал пельмени полуфабрикатов. Очень много попадалось таких вот неприятных мясных начинок. Где-то много лука, хрящики, инжиры, мясо тухлое. Но зелень особо не чувствую вообще. Как бы классические пельмени. И, кстати говоря, вот здесь только говядина. Но по вкусу как будто свино-говядина, классический состав, рецептура. Не знаю. Сейчас посмотрим. Еще покушаем. Ну что, я практически доел. Могу поставить оценку. Знаете, если отбросить цену, то это 4 балла из 5. В принципе, неплохие по вкусу, приятные. Зелени немного, но она есть. Неплохое тесто, хороший фарш. В принципе, все вкусно. Пельмени не сильно жирные. Ну, скажем так, 300 там с копейками за 500 грамм, это дороговато. Дороговато. Если с ценой, то это 3 балла из 5. Если отбросить цену по качеству, там по вкусу, это четверка. Общая оценка 3 балла из 5. Можно брать, возможно, есть скидка, неплохие пельмешки. Вкусные, приятные, сытные. Вот, поэтому твердая тройка, фарш хороший, начинка, тесто тоже неплохое. Вот, на этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.